Всем привет! Продолжаем знакомиться с картинами. Очередная картина — Наполеон, Жан-Агюст Доминик Энгар. Наполеон сидит на императорском троне в традиционной позе верховного бога Юпитера, чей геральдический орел искусно выткан на ковре. Знаки зодиака на кайме ковра указывают на роль Юпитера как царя небес. Император облачен во все регалии, увенчан лавровым венком. Он держит скипетр, жезл судьи и меч Карла Вели. Фигура императора статична, обладает портретным сходством. Современники понимали, что Энгар уподобил императора одновременно Юпитеру и знаменитой фигуре бога отца из Гентского алтаря. Ну и, конечно, о Наполеоне. Наполеон добился верховной власти, установил военную диктатуру, правил как император с 1804 по 1815 год. В 1810 году им была завоевана большая часть Европы, но после неудачного похода в Россию его империя пошатнулась. В битве под Ватерлоо в 1815 году Наполеон потерпел поражение, после чего был вынужден отречься от престола, отправиться в изгнание на остров Святой Елены. Настойчивое стремление Наполеона к успеху нашло отражение в живописи, которую он заказывал, где явно преобладала тема утверждения императорского могущества и собственной власти. Жак-Луи Дави, первый живописец наполеоновского двора, создал ряд картин, посвященных императору. Кстати, неизвестно, заказал ли Наполеон эту картину, или же Энгар написал ее в попытке снискать официальное признание. Но когда она была выставлена, все отнеслись к ней достаточно критически. Говорили, что фигура на портрете не вполне похожа на Наполеона, стиль живописи старомоден. Образ абсолютного властителя представляется неуместным тем, кто желал видеть в императоре демократа и любимца народа. И, конечно же, Энгар был глубоко огорчен этим непониманием. Хотя в этой работе Энгар изображал Наполеона не только как императора французов, но и как божественного правителя. Богато украшенный, недавно коронованный император представлен среди мешанины римских, византийских символов. Все, всем пока, всем привет, до свидания.